Всем здорова, дорогие мои подписчики и зрители моего канала. С вами, как обычно, я Ломберт, и сегодня в этом ролике, как вы поняли по названию этого ролика, сегодня мы будем прокачивать такую машину под названием BMW X5. Не забывайте, что я играю и снимаю на таком проекте под названием Black Rush, а именно на ICE сервере. Если вы хотите сыграть вместе со мной, то ссылка на актуальную версию Black Rush будет в описании под этим видеороликом. Ну а давайте я не буду долго тянуть начало и желаю вам приятного просмотра. Всем еще раз здорово, ребята, вот я уже в принципе зашел в игру. Машину мы будем прокачивать на Blue сервере, потому что мне достаточно вертов и достаточно доната. Есть целых 7000 доната, и думаю, этого доната нам хватит. Так, получается, ищем ту же самую X5. Вот она, получается, у нас стоит. Покупаем ее мы за 762 блэккоина белого цвета. И теперь мы должны телепортироваться к этой нашей X5. Все, я забрал нашу X5. Вот такая вот белая X5. Сейчас мы как раз таки едем, знаете, куда? Давайте первым делом мы поедем в стайлинг-центр, чтобы заняться внешностью этой машины. Сначала покрасим, поставим тонировку, а потом уже, наверное, поедем в шиномонтажку. Там уже поменяем колеса, увеличим их, поменяем диски. И потом уже в конце ролика мы поедем, скорее всего, в технический центр, чтобы поставить там прошивку Sport Plus. Но я думаю, поставить Sport Plus и дрифт. Думаю, поставить вот такой вот голубой цвет, более океанический. Ставим за 25 тысяч рублей. Теперь цвет дисков мы не будем трогать, потому что поменяем в шиномонтажном центре. Тонировку мы ставим на все 100%, нажимаем купить, за 25 тысяч рублей также. И задние тонировки тоже на 100% мы ставим, также за 35 тысяч рублей. Вот. Теперь звуки. Звуки не будем ставить, сразу же переходим к свету. Стробоскопы мы ставим вот такие вот, номер третий. И ставим дальний свет. Дальний свет всего, стоит всего-то 11 500 рублей. И в принципе на этом все. В принципе на этом все. Мы поставили тонировку, но она сейчас пока что не видна. Вот, она будет видна только тогда, когда я, ну, перезагружу эту машину. Все, смотрите, я только что вышел из шиномонтажного центра. Можете посмотреть теперь, как она выглядит. Я поменял диски, занизил саму машину. Плюс поставил гидравлику и пневмоподвеску. Вот, но эти моменты я не стал вам показывать, потому что занял бы просто много времени. Вот, в принципе, да, все, с колесами мы закончили. Теперь давайте наверняка мы сейчас телепортируемся, знаете куда? Мы телепортируемся в СТО, там уже поставим всякие там спойлера, потом, получается, бамперы поменяем, чтобы внешность она полностью поменялась. А потом уже поедем в технический центр. Заезжаем в СТО. Так, получается, износ мы не будем трогать, потому что машина новая. Спойлер ставим единственный, вот такой вот, за 15 тысяч рублей. Получается, бамперы. Бамперы мы, у нас тут, получается, считайте, вот есть три вида. Три передних бампера и три задних бампера. И тут уже нужно подумать, какую поставить. Вот, смотрите, получается, номер третий бампер у нас смотрится вот так вот. И самый первый бампер смотрится у нас вот так. А второй бампер у нас будет смотреться так. Думаю, все-таки лучше поставить третий. Давайте лучше третий бампер мы поставим. Теперь переходим к задним бамперам. Задние бамперы тоже стоит над этим подумать. Вот. Думаю, все-таки вот такие вот лучше поставить. Или же все-таки третий. Думаю, все-таки лучше третий вот такие вот поставить. Давайте поставим за 15 500 рублей. И дальше переходим к порогам. Пороги у нас, получается, ставим, не знаю, ну давайте все-таки третьи поставим, потому что это самые такие, самые большие пороги. Вот выхлопы, выхлопы поставим мы, конечно же, вот такие вот третьи за 25 тысяч. И сплиттер. Сплиттер это у нас, получается, что? Это у нас вот такие вот решетки. Вот, думаю, вот такую вот самую первую поставим за 16 тысяч рублей. И, в принципе, на этом все. Мы закончили с внешним тюнингом этой машины. И у меня, кстати, опять пропала тонировка. Но думаю, она потом появится. И пока что вот так вот выглядит наша X5. Я могу сейчас вот так вот выйти даже и показать вам. Так, получается, давайте мы сейчас ее починим. Использовать ремонтный набор. Все. Вот, смотрите, вот так вот выглядит наша X5. Мы поменяли тут по внешности все. Цвет, тонировка, диски. И вот такие вот детали тюнинга. Теперь, думаю, можно отправляться в технический центр. Заехали в технический центр. Дифференциалы мы первым делом ставим Sport Plus. Кстати, Sport Plus стоит всего-то 95 блэккоинов одна деталь. И это довольно-таки мало, я вам так скажу. Тормоза также ставим Sport Plus и сразу же ставим дрифт за 90 тысяч рублей.
Дальше у нас турбонаддувы идут. Турбонаддувы мы ставим также Sport Plus и Drift режим. Все. Теперь дальше двигатели. Двигатели мы также ставим. Все. Как обычно, Sport Plus и Drift. И самая последняя деталь — это у нас нагнетатели. Нагнетатели мы ставим Sport Plus и также Drift. Все, мы поставили, считайте, думаю, можно выходить. Так, лаунч-контроль, думаю, ставить или нет, но думаю, все-таки не надо, потому что лаунч-контролем никто не пользуется. Ну, лично я не пользуюсь. Nitro 10X мы ставим за 120 тысяч рублей. И, в принципе, на этом все. С тюнингом мы закончили, сейчас, получается, у нас какой тюнинг стоит? Вроде как дрифт, да, стоит, так давайте посмотрим. Турбо, да, у нас стоит дрифт режим. Теперь у нас стоит Sport Plus. Я включил Sport Plus, точнее установил. Вот она почему-то не установилась, я переустановил. И смотрите, как она едет, как она вообще берет разгон. Даже нитро включу, это просто бомба лютейшая. Сразу видно, что машина сразу поменялась. Эту машину я, скорее всего, не буду разыгрывать, потому что она пусть у меня остается в коллекции. Вот, потому что она мне самой вот так вот нравится. Но, думаю, потом через какое-то время разыграю в каких-то конкурсах, если я проведу какие-то масштабные конкурсы на своем канале. Если вы досмотрели это видео до этого момента, то вам огромное спасибо. Можете оценить это видео лайком, либо же дизлайком. Ну, а с вами был Берт, ребят. Всем удачи и всем пока-пока.